что, всем привет, друзья. Иду к соседке. На этот раз будем работать у нее. Проведем в дом воду. Сделаем канализацию. И еще, может быть, замутим туалет в доме. Ну что, увидите сами. Погнали. Уже начали копать. Сбегал за камерой. Привет, соседка. Привет. Вот такая вот веселая бабка моя соседка. Ей уже очень много лет, возможно, даже своими глазами видела мамонтов и динозавров. Итак, долго не думая, приступаем к работе. Будем копать две ямы длиной 3 метра, глубиной 1,5 метра. 1,5 метра потому что у нас в регионе зона промерзания, ну, глубина промерзания примерно 110-120 сантиметров. Чтобы было наверняка, будем копать 1,5 метра в глубину. Как-то так, начинаем. Так, продолжаем. Закончили копать. Такое укромное место я нашел. А то ветер сильный. Как всегда в этом году. Все время ветер. Вот тут начинаем бурить до колодца. Потом в другую сторону до погреба. Отсюда потом будем бурить. И все, посмотрим, что получится. Thank you.
Отсюда уже пробили тут 6-7 метров, где-то прошли уже. Осталось пробить в дом. И все, вода будет. Копать будем здесь. О, ямище. Где огонь? Мраке беста. О, свет. Дно видно. Велосипед. Две штуки. О, величавый. Много величавых. Зимний экспонат. Да. Рафавик сработал. Пробил, yeah! Ура! Вода будет. Если правильно пробили. Колбаса готова. Вот и колбаса. И только закончили бурить, начался дождь. Да! Дождь! Это не дождь, это... Жесть! Сейчас зальет нашу яму. Нашу яму зальет. Бассейн будет. Метет. О, гроза. Вспышка есть? Вспышка есть. Пробует открыто. Да, вот это да. У нас в деревне уже централизирована вода, так что не пришлось бурить скважину. Просто провели трубу из колодца до дома, примерно там 13 метров. Засыпали землей и готово. Делов-то копать и засыпать. Дома уже течет вода из крана, надо куда-то девать грязную воду. Это же не дело старой женщине таскать воду ведрами на улицу. Так что приступаем. Будем делать что-то наподобие канализации. Начинаем копать помойную яму. И снова копать, копать и копать. Что-то в этом году постоянно приходится что-то копать. Уже начинаем входить во вкус.
Хорошо, что время от времени соседка угощает нас чаем, и это придает нам прилив энергии для дальнейшей работы. Закончили запланированную работу у соседки. Теперь ей будет гораздо проще и легко можно прожить столько же лет. Поставили бойлер для горячей воды. Теперь в доме есть холодная и горячая вода. Не нужно вытаскивать грязную воду на улицу. Плюс еще сделали маленькую комнату и поставили унитаз. Что еще нужно человеку в старости лет? На этом все. Желаю всем дожить до пенсии и встретить активную, здоровую старость. Всем пока!